Фестиваль «Платье города» уже в 19-й раз станет творческой площадкой для молодых дизайнеров нашего региона. По традиции, в преддверии финала дизайнеры участвуют в эскизном отборе, кастинге моделей, а также в предварительном просмотре коллекций. Мы участвуем каждый год в этом конкурсе. Я считаю, что это конкурс для творческих людей, которые могут проявить себя, показать что-то новое городу, новые тенденции. Бури эмоций, адреналин, кайф, который мы прям получаем. Целый год заряд энергии творческой. Во-первых, это очень хорошая площадка для того, чтобы показывать свое творчество, потому что у нас в городе я больше не вижу для себя никаких возможностей. А «Платье города» — это и конкурс, это и такая своеобразная тусовка, где собираются дизайнеры, мы друг с другом знакомимся, мы смотрим друг на друга, что мы делаем, и вдохновляемся. Мы показываем, конечно, свои работы, выслушиваем мнение жюри, конечно же. И в целом вообще это очень хорошее светское мероприятие. Уже в третий раз фестиваль будет проходить на площадке конгресс-отеля «Малахит». В этом году к деятелям модной сферы присоединятся люди искусства. В этом году мы поменяли формат, все коллекции, единичные изделия будут показаны под живую музыку. Это будет и классическая музыка, будет музыка современная. Сейчас дизайнеры работают с этой музыкой. Кого по образу какая подходит музыка, да, по стилистике, по идее, ту музыку мы будем репетировать. И пройдет, знаете, такой синтез двух искусств и моды, и классической музыки. Я думаю, это будет очень интересно зрителям. В рамках «Платья города», кроме молодых дизайнеров, свои работы покажут известные челябинские дома моды и ателье. Что же касается конкурсных работ, процесс их представления сложный и многоэтапный. Есть дизайнеры, которые прислушиваются, есть дизайнеры, которые гибко идут, да, направляешь, и к концу уже конкурса мы видим, да, на коллекцию интересно смотреть. Молодые дизайнеры, они на то и молодые дизайнеры. Они же начинающие. Поэтому, я думаю, есть смысл прислушиваться к нам тоже. Самый творческий процесс начинается здесь. У них есть задумка, но есть общая концепция конкурса, есть общие требования конкурса. Для этого, наверное, они здесь, на этих этапах. В первую очередь, поскольку это фестиваль моды, да, что хочет дизайнер, какие тенденции он воплотил в своей коллекции. То есть хочется, конечно, чтобы эта коллекция была именно современная, чтобы в последних прям тенденциях моды это было, потому что все-таки они же несут именно моду. И интересны те люди, которые, ну, совершенно творческие. И там бывают, знаете, такие сумасшедшие идеи, но тем не менее они оцениваются, соответственно, по заслугам. Откроет программу фестиваля дефиле VIP-персон. На подиум выйдут известные политики, общественники, деятели науки и культуры, а также бизнесмены и журналисты.